Вот меня тоже разрывает от злости, хотя это холодная злость, запредельный гнев. Спорю с семьей, потому что она ни грамма не понимает. Да не надо, вот, ну, Оля, зачем спорить с семьей? Они и так несчастные люди, они живут с нами. Не надо спорить с семьей, не надо ни с кем спорить. Себя надо вырастить и закалить. А что с собой делать, вам потом покажут обстоятельства. Понимаете, когда воспитается хоть несколько, хоть сотни людей, которым собственное достоинство не позволит терпеть молча, с этой сотни уже ничего нельзя будет сделать. Уже просто, заглядывая в ваши глаза, увидит там другое. У них есть чуйка на такие вещи. У них головного мозга нет, а спиной хорошо поставлю. Умно. Я не хочу разжигать рознь. Поставлю чутьё.